Продолжаем выпуск. На даче петропавловцев зачастили воры. Они выставляют стекла, забираются в дома и берут все, что могут унести. Полицейские задержали подозреваемого. Подробности в сюжете пресс-службы, подготовленном при содействии областного департамента внутренних дел. На дачах появились непрошенные гости. По ночам, пока нет хозяев, они выносят электротехнику. Жители Петропавловска не досчитались болгарки, шуруповерта, мотокультиватора. Поступили в полицию заявления и о краже рыбацких снастей, и даже продуктов. Полицейские задержали 33-летнего жителя Петропавловска. Легкая нажива денег. Выстеклял стекла. Да, в дачном домике стекла выстеклял, залазил. Все украденное уносить с собой не удавалось, поэтому мужчина заказывал такси, затем продавал технику на рынке. Возбуждены уголовные дела по статье 188, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Дистанция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По словам полицейских, задержать вора помогли оперативные обращения дачников. Ольга Файзулина при содействии пресс-службы областного ДВД.